добрались до Куты. Это типа самый такой популярный спот для чуваков, кто катается на среднем уровне. Вот. И чаще всего, как я сейчас и наблюдаю, на таких спотах супер дохрена народу. Ну, типа, человек, может быть, 200, 100, 100, 200. Не знаю, у меня тяжело с глазомером. Никита опаздывает, поэтому попробую сесть в какую-нибудь кафешку, Варунг. Возможно, закажу кофейка, посижу и подожду его. Заходить одному пока что стремновато. Ну, волны выглядят достаточно хорошо, поэтому, возможно, будет интересно. Опять же, мне очень нравится, что тут спот близко к пляжу к самому, ну, в смысле, к берегу. И, ну, не так страшно, наверное, будет. Посмотрим. Да, в любом случае, не утонем. Что-то выглядит все достаточно хреново, потому что огромные тучи. Вот выбираешься посерфить за 4 месяца. Ну ладно, не за 4, за 2 месяца выбираешься посерфить. Наконец-то выделяешь время. Просыпаешься в 6 утра, а тут дождь. Но надеюсь, что пока Никита приедет, он уже пройдет. Кто вы-то? Кто вы-то нахуй? Я один тут. В смысле, я сам один? Так я откуда знаю, ты же с ним связь держал. Тут уже говорит. Тут уже? Да. Но... Я даже шорты взял. А? Я в трусах такой один думал, что плавает. Не взял? Сказал, снимать. Ты сказал, не взял? Он мне шорты взял. А, он тебе взял? Да. А почему ты свои не взял? У меня все в ванной. Я же это могу. Классно получается. Сказал, будем снимать, я надел трусы. Стрингачи какие-то, самые парадные твои? Нет, нет. Но у меня есть история про стрингачи. Ты снимаешь. Не буду. Ладно. Да не, я купил, короче, трусы на Calvin Klein. Новые какие-то. И надо козырнуть тебе. Надо ими козырнуть, значит. Ты мне что, Никита? А ты не купался, что ж? Я что, я сижу, жду. А ты что, никак не настоящий серфер? Я думал, ты там. Не, надо же посмотреться. Оцени спорт. Ты готов? Да. Я всегда готов. Такой энтузиазм не хватит. Ну слушай, ну она выглядит безопасно, потому что близко к берегу, и волны на самом деле сегодня не супер. Интересно про рифы, потому что мы с Сёмой купались. Дуя. Да. Нам чуть не остались, пиздец. Ну я вот смотрю, что люди вот прям здесь типа падают, нормально, ничего, все живые. Он что-то да, да. One harder for one board, yeah? And is included trousers and t-shirt. Yeah, yeah, t-shirt, yeah. Yeah. And trousers. Yes. Uh-huh. Okay, okay, good. One board, yeah? No, two. For me, for him. Oh, yeah. Wait, yeah? Yeah. Teacher, instructor. Ah, instructor, твою мать. Я-то думаю, трактор будет. Все, интерактор.
Оно инструктор, оказывается. Interruption. Интерруптор, да-да-да. Чувак, который будет тебя перебивать всегда. Ты едешь, и он тебе по доске... Я, получается, здесь. Ну да. Нам интерруптор не нужен, а свой, бля, есть. Тебе надо, или у тебя шорты есть? Не, у меня шорты есть. Only one trousers. And... L. For me, M is okay, yeah. If you have M, it's okay. Yeah, it's okay. Okay, yeah, that's good. Right? Right. Yeah. Yeah. Здорово. Здорово. Он на все это время ждал. Так, это... Я шорты уже взял, поэтому спасибо. Ладно, это... А нам... Мы тру-серферы на дождь, мы не будем его переждать, да? А что? Ну да, в принципе, аргумент, можешь не продолжать. А чего? Я сейчас ехал, блядь, поэтому очень плохо. Я расстроился, когда я ехал сюда и почувствовал дождь. А ты долго здесь находился? Нет? Бля, вот мы говнари, конечно. Я тут с 8 тусуюсь. Не, я ему написал и ждал, пока он ответил. Я знаешь как, я захожу утром, смотрю Last Seen Recently. Ну, типа, недавно был, знаешь, проснулся. Хуле я буду писать. Ты еще года 3 не просек эту книжку назад, что ты мог парню поднабрал. Что? Ты поднабрал. Поднабрал, говорю. Я? Ну и, да нет, и больше стало уже. Ну, ладно, все, спасибо. Я старался. На самом деле нет, но старался. Нет, ты же тогда выкладываешь. Нет, да. Ну, постановки-то были, конечно, по панке. Че? Thank you. Uh-huh.